Всем привет! Получил новую посылку с Алика. Вот, интересные вещи заказали. Сейчас будем проверять и рассказывать. Начнем, наверное, с коврика. Заказал коврик в ванную. Вот такой. Не забываем, что это все стоит, каждая позиция 2 евро. Тут у нас в Латвии коврики стоят, ну, где-то в районе 7 евро. Кстати, должен быть не скользящий низ. Вот сейчас пойдем проверим. Так, вроде бы мягкий. Вроде особо ничем не пахнет. Бирки, кстати, нету, чтобы понять, что за материал. Специально, наверное, не поставили. Ну что, пойдем в ванную поставим, проверим, скользит ли он. Так, ну, пробуем. Ну, все равно он, ну скажем, ходит по плитке, поэтому они чуть-чуть наврали, потому что писали, что он не скользящий, non-slip, но этот скользит. Ну ладно, придираться не будем, за 2 евро все-таки. Так, и дальше у нас идет шапочка, вот такая вот шапочка с таким мехом, как называют, рыбий мех. И вот, как скажем, место шарфа такое. Я не знаю, как их там называют правильно, но вот место шарфа такая штука. Какие-то как не катушки, а это видно, что он с этой вот фигни отходит. Ну, сейчас мы померим. Ну вот, как видим, такое вот у нас место шарфа. Щепочка такая. И тогда одеваем курточку. Идем на улицу. И тебя не продует, у вас, смотрите, как хорошо. О, и все. Лайк. Ну и последнее. Заказал такой, скажем, вертолетик на сенсоре. Коробка, видите, помятая. Надеюсь, вертолетик жив. Такой, с огнями. Сейчас мы откроем. Так, вот главное, чтобы лопасти все живые были. Так. Лопасти, кстати, вроде бы живые. Как всегда, наша любимая маленькая зарядка. То есть, ну, как сказать, самая длинная. Это, наверное, опа! Вот, и такое вот, что у нас тут есть. Зарядка. Это, наверное, типа сенсора. Это включение. О, видите? Будем ночью пробовать. О, блин. Интересная штука, надо разобраться. О, вентилятор какой. Сейчас пойдем попробуем, как этот сенсор работает. Фух, разобрались. Вот такое. Сейчас мы ему покажем, как эта система работает. Так, давай. Вот. Отпускаем. И он вас летит. А потом вы руку ложишь. Единственный минус, его надо ловить, иначе он не хочет сам отключаться. Система там внутри вроде бы такая простенькая. Какие-то эти диодники, все, еще вечером попробуем. Штука интересная, единственное, нету инструкшена, нету никакого, то есть думай сам. Ну, вот такая штучка. Для детей, может, интересно. Тем более на улице. Вот, на улице прикольно.